Приветствую всех любителей ролевых игр, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить The Outer Worlds, наверное, лучше, внешние миры. Если вы не видели начало, то рекомендую к первой серии перейти, там начало посмотреть, ну а мы уже... Не знаю, я так понимаю, что вот эта первая планета, это скорее как пролог, видимо, я уже постепенно его... заканчиваю, потому что, не знаю, какие-то еще квесты могут быть, но мне надо походить еще лут пособирать, поубивать там всяких еще кого-нибудь, потому что у меня вот осталось только одно главное задание, не знаю, пропустил ли я где-нибудь еще побочный квест какой-нибудь, но, по-моему, все, я тут облазил, что мог, ну, в смысле... обспрашивал там, где я был, но сейчас надо еще всякие поселения, потом я не убил ни одного вот этого огромного инопланетянина, как они там первобытные называются. О, кстати, какие-то домишки, в которых я не бывал. Вот видите, видно уже запустение такое, что-то они, блин, запечатано, что поселение постепенно умирает, что они не могут дальше, да, все опечатано. А там дальше я, по-моему, уже ходил. А, ну вот здесь еще надо посмотреть, потом сюда пойду в лагерь мародеров и отсюда пройдусь вот сюда. Геотермальной станции я тоже был, по-моему. Так, что за звуки? Надо следить внимательно, а то я однажды так не прислушался и меня запинали птички. Блин, пугают только так. Тут все закрыто. Все закрыто, тут я... Опа. Блин, ребята, а чего ж я так... Почему они так не реагируют вообще на меня? Так, и теперь мне сказали, что я могу части тела как-то выбирать. Правда, в медленном режиме, я так понял. Вау. Как я хорош. А, нет, слушайте, я их не убил, они... Или убил? Убил. Стояночка. Насколько я все-таки уже крут. Винтовочка хорошая. Кого-нибудь тут пытались обобрать еще одного мародера-разбойника. Изредка вы будете находить оружие и броню в идеальном состоянии. Они обладают большим запасом прочности и выше ценятся торговцами. И что я там в идеальном состоянии нашел, интересно. Надо глянуть. Явно не это. Вот это, наверное, видите, тут значок. Или нет? Да, вон значок такой алмазика. И вот там, где состояние, 100% написано. Видит, эта цена продажи 3,1, а этого идеальной маски 6,3. Ну, пофигу, все равно она голимая. То есть... Голимая маска в идеальном состоянии нафиг нужна, честно говоря. Так, ну в этом общественном центре тут тоже, по-моему, все залутало. Сейчас вот крайний домик гляну еще на всякий случай. Не, все закрыто. Так, пошли, значит, туда теперь. Где тут гнездо этих было? Ну, красиво, конечно, фабрика выглядит. Вообще, вот такое впечатление от графики, что она вроде как и ретро такая, знаете, у меня вот с одной стороны ощущение, как будто я во что-то... Ну, как будто Fallout New Vegas в некотором смысле играю, я понимаю, что там, конечно, графика похуже все равно. Но и...
Я не знаю, вот мне интересно почитать бы комментарии каких-нибудь новичков, вот молодых людей, там, знаете, лет 14-15, как они вот эту графику ощущают. Потому что я понимаю, что для них она должна выглядеть какой-то устаревшей в некотором. Ой-ой-ой, вот они. Вот они, вот они. Я хочу кого-нибудь одного из них убить. Просто желание охотника. Ну, конечно, сохранимся. Так, как бы так встать, чтобы их было видно. Вот жалко, что никуда забраться невозможно повыше, на самом деле. Первобытный тяжеловес. Ну что, давайте обойму обновим. Блин, куда он делся? Блин. Ой, по мне тут еще и стреляет. Ой, я кого-то там сагрил вообще. И отсюда кто-то стреляет. Нет, это сзади. Тут непонятно. Вообще, они когда подбегают, мне надо переключаться на дробовик. Давайте так и сделаем. То есть ближнего боя позже. Вот так поставим. А, блин, мне надо переключиться сейчас. Момент. Так, поставим дробовик вторым, ближнего боя вот так. Я начинаю с винтовки, потом, когда они подбегают ближе, я дробовиком. Так, что это вот это за... Чего я тебя не заметил? Изи хедшот. Давай, собачка, иди сюда. О, блин, даже кинематографичные эти штуки, как Fallout, не Вегас, ну, в Fallout, даже не Вегас, это просто Fallout. Кольцо какое-то. Лут, лут, лут. Как я люблю в РПГшке всякий вот этот лут собирать. Так. Смогем ли... Ой, ой, ой. Чувак, я тебя не заметил. Да, на дробовик хорошо переключается потом. Я вот тут всех убил, а чувак там стоял за машиной и ждал пока я, да? Так, теперь вот этих первобытных ребят. Сохраняемся. В жопу ему прямо свинца. Ой. Вот это я зря, конечно. Этот ослеплен. Этот бежит. Так, сматываемся. Ух ты, а что это за камень у меня прилетел энергетический? Оружие с низким уроном эффективно против тяжелой брони. Ну, кстати, я уже не такой большой урон получаю. В прошлый раз, я помню, он с одного удара меня. Вы получили урон от N-лучей, от подобного урона не защищает броня. А еще он действует. Ага, то есть я получаю, продолжаю получать урон какое-то время. Блин.
Это тяжелый бой, нет? Да ё-моё, чё я под них постоянно попадаю? Нет, живи! Еще лечение, а то я его мало использую на самом деле. Ой! 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 Все-таки сдох. Не, вот это бегать, конечно, не мое. Мне как-то надо их... Ну, надо их быстрее, надо мне мелких сначала вынести, конечно, а потом от этого тяжеловеса. Вон там мелкие ходят, тяжеловес напоследок. Конечно, попка у него аппетитная, секси, прямо скажем, но начнем вот с этих ребят. О, хедшот. Смотрите, даже не сагрил их. Отлично. Это я хорошо попал. Первобытный дикарь. Вот мне первобытных дикарей надо просто убивать. Винтовочка мне, конечно, очень нравится. Вот эти хедшоты. Это просто... Так, как бы мне прицелиться в того парня. Видимо, надо... Блин. Готов. Все, убегаем. Можно пока перезарядиться. Да блин! А он на перезарядке что, не бежит? Ё-моё. Ну, конечно, с одной стороны, логично. Где ты? Так, нормально. Все, теперь вот этого одного осталось завалить. Крупного. Где ты? Он вернулся, видимо, домой. Так, мне вот это место нравится в плане атаки. Блин, да их там больше. Блин, вот этого надо... Готов. Фуф. Ну, получил я все-таки урон, но меня это устраивает. Чем больше урон N-лучей вы получите, тем больше будут последствия. Так, отберем этих ребят теперь. Значит, три было обычных. О. Первобытных. И один тяжеловес. Так, еще два обычных где-то должны быть. Где-то тут валялся еще, по-моему. Так, ну и смысл, что я их убивал. Тут они что-нибудь охраняли вообще, что-нибудь... Вкусное было, нет? Похоже, нет. Просто... Просто убил животных, которые, возможно, занесены даже в Красную книгу. Ничего нету. Я вон что-то наверху. Давайте туда сходим. Там какие-то трубы идут, вон. Магма какая-то. Ну это, видимо, отсюда энергию просто черпают.
Вершина вулкана. О, получил очки за нахождение. Как бы не свалиться туда. Дагат Ур, выходи! Или как его звали? Столько... О! Чувак, что лежишь? Приуныл, что-то отдохнуть сел. Так, ладно. Я шел вообще... То есть у меня цель вот сюда. Лагерь мародеров. Потом вот это место крушения, одинокая могила. Там куча всего было. Чего я не убивал. Меняем оружие. Моя любимая винтовочка. Ну, лагерь мародеров я, по-моему, зачистил уже еще в самом начале игры. То есть тут, в принципе, будет пусто. Царю лестница есть. О, блин, уже винтовку чинить надо. Это, конечно, моя способность, что у меня так быстро все ломается оружие, немного раздражает. Постоянная необходимость чинить. Так, о! О, это я хорошо залез. Так, давайте починим сначала винтовку и там ребят будем убивать. Интересно, это они постоянно новые появляются? Это все разберем. Блин, еще и дробовик надо бы починить. Что там делать? Ладно, дробовик пока не буду. Так, ребята, ну-ка встаньте на месте. 3-4. Блин, ты не умер? Куда ты убегаешь? Стой. Сволочь, использует укрытие. На. На. Все. Извините. Псевдояблочный сок, хрен знает зачем. Так, что тут? Может, все-таки я не лутал? Проверим. По-моему, вот тут я, по-моему, все-таки ходил. Ага, тут я не вскрывал просто. Ну, вскроем, ладно. Раз есть. Стандартный пехотный шлем. Что за стандартный пехотный шлем? 13. Угу. 9. Вскрытие замков плюс 5. 13, скрытность плюс 3. Пока я на вскрытие замков, пожалуй, оставлю. О, тут не собрано. Просто я тогда еще не особо видел, какие ящички с лутом, а какие нет. Теперь-то я уже... Чуть-чуть разбираюсь, что-то понимаю здесь. Ну? Ничего нету, что ли? Ладно. Так, значит, куда мы бежим? Вот сюда, прямо через корабль. Мимо корабля. А тут должны быть первобытные опять, это я помню. Повыше заберемся. Да, мне надо. Какой-то... О, тут даже народ какой-то еще есть. Подождите, а что это за вообще место? Одинокая могила, старое место крушения. А вот это куда я пришел, это что? Ну ладно, я думаю, тут... Справимся. Ах ты ж, блин. Ну...
Ну где ты там орешь? Иди сюда. Орет что-то. Блин, постреливает еще. Соберем мясцо. Хитрый какой. Подробно во время путешествия сразу может случиться что-то такое, из-за чего возникнет предложение об изъяне. Принимать изъян не обязательно, если вы согласитесь, то получите способность решать вам. Это интересно. Итак, уязвимость к физическому урону. Вы получаете слишком много физических повреждений, поэтому стали более уязвимы. Получаемый физический урон плюс 25. Награда. А давайте возьмем. Давайте, чтобы сложнее было. Зато одно очко способностей появилось. Так, что возьмем? Плюс 50% базовое здоровье. Скорость ходьбы и скорость бега мне нахер не надо, я считаю. Износ оружия меньше. Вот это можно как нивелировать мою способность. С другой стороны, у меня починки дофига. Вероятность критического руда это точно нет. Сопротивление брони выше на 5, мне кажется, так себе. Дополнительные боеприпасы так себе. Быстрое путешествие за убийство напарниками. Ценные у торговцев. Так, либо базовое здоровье, я считаю, мне сейчас надо брать, либо износ оружия. Я, пожалуй, возьму базовое здоровье, чтобы нивелировать те самые урон. Просто мы еще быстрее способности вот этих 5 наберем и сможем во второй ранг перейти. Ну и прикольно вообще урон получать. И так меня убивают очень быстро, сейчас еще быстрее это будет. Так, ну это просто лагерь мародеров. Это не то, к чему я стремился всю свою жизнь. Просто побережье. Так, пошли. Интересно, а костер урон наносит? Ой, ой. Наносит. Окей. Так, еще раз, куда мне тут идти? Вот, старое место крушения. Так, подождите. Как мне туда пройти? Ага, вот сюда. И тут были эти всякие первобытные. Я тут что-то, конечно, смотрел в первый раз, когда приходил, но... Ну и где? Где животные-то? Куда все делись? Не понял. Выглядит как тайничок, но ничего нету. Жаль. Всадник без головы. Блин. Не это я хотел. Ну ладно. Перезарядить никогда не помешает. Подождите, а где трупы вижу? Может, они мигрируют постепенно? Тут не так все, что на месте сидят. Я их убил как раз вот там, где я их убил. Они там сидели, а тут они приходили как-то просто потусить. Так, у меня уже перегруз. Давайте разбирать. Это мы оставим. Это разбираем. Разбираем. Ну, блин, за 6,3 ее продавать. Так, это в броню оставим. Так, и оружие. Восемьдесят шесть, девяносто один.
Не будем пока ремонтировать. Да, что-то непонятно с этим местом. Реально, здесь эти первобытные были. Такое ощущение, что они тут реально не на месте сидят. А, двигаются в ритме танца. И что, никаких сейвов, сейфов? Ничего не вскрыть, да? Так, ну... Тогда не знаю, тогда, наверное... Тут я был, тут я был, тут я был. Тут еще, кстати, вокруг города можно посмотреть. Ну ладно, раз я сюда пришел, давайте уже запихнем. Может, нам еще что-то надо будет тут делать. А может и... отправить на другую планету. Уже. Это какая-то такая маленькая планетка. Тут, видимо, это так. Начальный... уровень, который уже на 6 серий растянулся у меня. А, тут все пока закрыто мне для хождения. Я have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. Спасибо, что ускорили его уничтожение. Регулятор мощности у меня. Ну, раз инженер... Да, да, можете меня положиться. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Хорошо. За спиной вверх полезь. А, не, да. О, у меня тут и верстак есть. Детали оружия, блин. А, ну раньше эта комната закрыта была, я так понимаю. Только сейчас открылась. Ладно. Что у нас тут? Перераспределитель профессиональных способностей. Делает. Выберите изменить, чтобы вернуть себе уже потраченные очки навыков и способностей. Тогда можете потратить их иначе. Каждым использованием машины цена будет возрастать. 500 битов. Нет, не хочу. Но меня пока устраивает, как я развиваюсь. Собственно, как хочу, так и развиваюсь. Так. Вставляем. Говорить с Адой. Ой, я, наверное, сейчас... Да, ударюсь. Ножку повредил. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Давайте еще пока надо кое-что улазить. Я хочу сходить в то поселение, которое я, собственно... Так, уже закрыто. Карта вот сюда. Так, логово мародеров, заброшенное поселение просто космоса. Ну, тут я тоже, по-моему, везде был. Вот гнездо первобытных и заброшенная промзона, по-моему, не особо. И вот в ботанической лаборатории, все ли я... Гнездо первобытных надо разорить. Разорить, убить, покромсать. Вот это вот все. Так. Давайте с Чувихой поговорим. Она должна меня офигительно благодарить, я надеюсь. Тут никого. О. It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. Серьёзно, особое отношение к Риду. My son worked in that cannery.
When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Может, сколько угодно ненавидеть Эдджиотер, вашего сына это не вернет. As a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Нам придется кормить очень много лишних ртов. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Я сделал это не ради вас, мне нужно починить корабль. I have got nothing against a little good old-fashioned pragmatism. You're welcome among us, if you're ever so inclined. Ну, так и есть. Просто если выбирать... Ну, игра меня поставила просто перед выбором, что либо электричество заводу, либо электричество суда. Завод, конечно, выглядит, мягко говоря, действительно больше на рабство похоже. Взломаем. Так, что тут первая запись? Как я устал от вкуса китунца. Мы нашли еще одного рабочего из Эдджиотера, теперь уже бывшего рабочего. Подозреваю, что количество дезертиров растет. Угу. Я поставил на ноги овощной диетой. Ну, значит, тогда... Так, заметки по эксперименту. Я положу конец идее создателя Дипломичка, она больше не будет жалким винтиком, ими станет колыбелью новой жизни. Ну, то есть они тут все-таки что-то хорошее делают, видите, и рабочих вылечивают. Ну, потому что само поселение не выглядело здоровым и процветающим, что оно какую-то прибыль приносит офигительную, там все в запустении. Нафига мне... Нафига людей обрекать на эту долбанную работу, если она им не приносит радости? Так, тут, похоже, больше ничего интересного тогда нету, да? Пошли, знаете, куда? Вот сюда. В гнездо, значит, по дороге надо сначала идти. Если я какие-то квесты тут пропустил в этой первой локации, напишите, пожалуйста, в комментариях. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. В чем проблема? I'm strangers wandering into my camp for one. Some of my camp wandering out for another. Кто ушел из лагеря? Got anything in you besides questions? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her. Веселая, странноватая, любит Рицу. Я видел Зою, она была в лагере мародеров. Thank the Eternal. Wait, Marauder camp? Is she all right? В смысле, с ее головой, ну... Zoe's family. Chiding her is our purview, not yours. If you could bring her home, I'd be obliged. And if you could cross off some marauders on the way, I'd be much obliged. А вот и квестик. Немного больше знать о Зое. I'll tell you what I can. Сколько хорошо ты ее знаешь. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Так, Стефан. Надо же, ты ведь такая приветливая, не представляю, как вы могли не поладить.
but she's still one of our own. What is it? Ну, все. Так, сменим, значит, квестик побочный, родственные души. Стефан, где этот Стефан? Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Что случилось день, когда Зои пропала? Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Я всего два вопроса задал. Zoe was always obsessed with this serial. Masked marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Что за сюрприз? The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Мне кажется, я зря. Может, ты одолжишь мне эту запись маркетера? Not much of a chance, no. Mind if I ask why you're interested? Зои живет у мародеров неподалеку, мне нужно как-то убедить ее вернуться Zoe's в лагерь. Living with marauders? Yeah, that sounds like the sort of sideways, brat-brained plan Zoe'd come up with. Yeah, could be you're telling the truth. Or maybe you're trying to wheedle me into relinquishing my only copy of The Masked Marketeer. It's a collector's edition after all. Убеждение. Yeah, you're probably right. A true fan would have displayed a gleam in their eye upon hearing the words collector's edition. Here you go. Latest copy of The Masked Marketeer. Tell Zoe we're all waiting on her. Мне что-то кажется, что я ее мог убедить и без всего этого. У меня такое прокачанное... Can't say I recall Zoe ever acting прокачанное well, говорение. Her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Hey, I got time. По-моему, мне больше нечего у него уже спрашивать. Вообще, можно поторговать с ним. У меня Something там, наверное, куча with? Мусора. Скопилось. Fresh off the limb, and that includes canid meat. Так, 32% скидка, между прочим. Хлама. Дофига. Так, детали для брони, суставный привод. Вот это интересно, обходной шунт и... Инструмент для взлома компьютеров. Ага, а суставный привод тогда? То есть это вот что-то надо, но для чего пока непонятно. Блин, у меня столько улучшений. Надо проверить. Давайте дешевые продадим. То, что дешево стоит, то продаем. Оставлю. Вот эти все лечилки. Куча лечилок. Ну, можно все починить. Заодно. А это можно... Да нет, я его разберу потом лучше. Так, значит, где я эту Зои видел? Вот здесь, блин. Значит, я на заброшенной промзоне уже был. Тогда сначала в гнездо первобытных сходим. Чё так близко тут, знаете? 250 метров всего пройти. Так, где гнездо первобытных? Где-то вот тут должно быть. Ага. Поработаем. О! Ребята, как вы тут хорошо стоите. Значит, сколько вас тут?
Тяжеловес, дикарь, охотник. Хрена их тут. Их, конечно, до хрена, но вот отсюда, я думаю, нормально будет их убивать. Не знаю, кстати, то, что я в приседе стреляю, как-то влияет на... Блин, не добил. Они даже, видите, не бегут ко мне дальше. О, они зарываются в землю, прикольно. Готов. Теперь громилу мочим. В башке не ему. В спину. А видите, написано ниже ослепление, если я попадаю. Когда вот наводишь... Еще ослепление будет. Но это показывает только в этом режиме. Так. Ну, куда вы убегаете? Ребят, возвращайтесь в гнездо. Чё вы? Вас так удобно тут отстреливать было. Все разбежали. Такие умные какие-то вот эти вот все. Понаделывают искусственного интеллекта, да? А игрокам потом мучайся. Кстати, а почему сюда не побежали? Ну, короче, так себе искусственный интеллект, похоже. Я же думал, тут нету прохода. О, там кто-то ко мне бежит. Между прочим. Ой, там, по-моему, кто-то ко мне прибежал. Нет. Они до меня добрались. Ой, блин, их вас. Тут вас много. Все. Как-то быстро они отстали. Продолжим отстрел. А где самый раненый? Или я его добил таки? Тяжеловес. Сейчас хочу проверить, что я его убил реально. То откуда сейчас выскочит на меня? Где-то тут он был. Не, вот слышно, вон он. Точно. Интересно, шкуру первобытного вообще... Из нее что-то можно сделать? Или хламом? Ну, зато 50 стоит. На минуточку.
50 кредов, так что неплохо так. Я думаю, что в этом гнезде что-то должно быть интересное. Видите, там трупы лежат. Нормально. О, они спят, по-моему, нет? А, это мертвые. Так, а где весь народ? Так, это мертвые. Давайте начнем сразу с ослепления. Что, их трое осталось всего? Так, не свалиться. Нет, по-моему, больше. А ведь тут ослепления нету. Я чувствую себя на сафари. На самом деле. Перезарядим. Если они подлечиваются хоть немного. Мимо. Там интересно, что вот они за укрытие прячутся. Игра как-то просчитывает. Убегает. В попец. Ну, тяжеловато их, конечно, так мочить. Так, давайте сагрим их на себя. Эй, я тут, ребята. Давай, беги на меня. Он взрывается, и он как-то... Ой, 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 ой. Я понял. Я все понял. Я все ловлю на лету. Стой. На тебе в попу. На тебе еще в попу. Куда ты уходишь? Вот, смотрите, он ножку волочит. Да стой ты. Чего у него так сразу здоровья много? Давайте в ножку попадем. Ух ты, подбил, прикольно. Я не понимаю, почему у него полное здоровье? Что за фигня? Я ж его, блин, вообще мочил тут. Так, давайте перезарядимся. Опять развернулся. То есть вот же я стою здесь. Увечья. Ни хрена не понимаю, почему он полностью вылечивается. Так, ладно, начнем с мелких тогда. Ну реально, такое ощущение, что они вылечиваются полностью. Или я в какую-то броню попадаю, подождите. Они добегают до определенного места и разворачиваются. Прикол. Так, ладно, на мое любимое место давайте зайдем.
Нет, 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 нет. Блин. Это не мое любимое место. Первобытный опустошитель. Ну, смотрите, ну он же... Ну, я, по-моему, нет, не в этого стрелял. Я не понимаю, они реально вылечиваются или у меня это какие-то глюки? Ой. Я думал, это гранатомет у меня, а это энергетическая хрень. О, я убил кар... О, так, слушайте, против них энергия, похоже, неплохо работает. Да, слушайте, о. А что это я тогда тупил? Ну, потому что мне винтовка нравится, поэтому и тупил. А, ну вблизи работает. Видите, издалека фиг попадешь. Так, окей. Я понял. Вообще чувака на кусочки разобрало. Так, эта штука прикольная. Более тут энергопатронов понаходил уже кучу. Так, ну, я понял, как... В всякий случай сохранюсь. Но сейчас мы тут как поубиваем всех оставшихся. Ну и так уж и много тут лута на самом деле. Для такого количества тяжелых соперников. Там, мне кажется, еще кто-то должен быть. Слышу дыхание. О. Старый друг. Наверное, какое-то офигительное оружие должно быть. Плазменная винтовка Джок 6 уровня, старый друг 6 уровня. А тут шоковое оружие 8. Посмотрите, урон 429. Секунду, так это может вместо этого взять, потому что тут легкие требуются, и тут легкие. Ну-ка. Красота. Специальный эффект оглушения. Давайте починим. Да, ну тут эти никаких улучшений нельзя будет поставить. 9 уровень, 3 обрез. Это можно разобрать. И тут 3 уровня разбираем. Так, брони никакой новой нету. Так, где ты там дышишь тяжело? Иди сюда. Я тебя успокою, так сказать. А, вот вы где, господи. Ай, ай. Что, я далеко, да? Мамочка. А давайте попробуем посмотреть, как этот работает. Просто интересно. Ой. Добрый
Добрый вечер. Да где ты? Готов. Уй! Блин, нет! Он в меня камнем бросил. Нет, нет, нет. Так. Еще одним камнем. Да вы достали меня камнем бросать постоянно. Да ё-моё. Этот последний какой-то сильно мощный. Всё. Фух. Сдохни. Почти догнал и убил меня, а? Мозг первобытного. Что за мозг первобытного? Шкура 50-очка, а мозг 63. Мозги всегда важнее, как видите. Но ему не помогло, правда. Так, тут что за трупешники? Ничего. Опять перегруз. Что я тут набрал? Мозги, наверное, тяжелые. Шкуры тяжелые, кстати. Вот их надо пойти сдать. Так, это разберем. Так, значит, что мне тут осталось? А, Зои убедить вернуться. По-моему, это все. То есть это я зачистил. Я еще вот тут бы посмотрел. Вот тут я не ходил в городе. Вот это я посмотрел. Вот еще на кладбище тут в начале города особо не смотрел. Но сначала Зои убедим вернуться. Кстати, тут я, по-моему, особо не лутал, между прочим. О, смотрите. Сколько всего вкусного валяется. Труп, например. Жалко, труп. Нельзя кушать трупы. Не получишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, опять мины. Оглушение получил. Вон еще мину я вижу. Понаставят тут мин всяких. Вон еще мина. На, 50. Сейчас оглушение пройдет. Смогу нормально нести. Ну давай, заканчивайся. Все, пошли отсюда. Тут нас не любят, мины ставят. Кольцо с драгоценным камнем. Чё? Сколько стоит? Оно даже... А, да. 31. Мозг лучше. Ну и все... Блин, и тут мины. Ну чё, пробежимся? Блин! Я думал, только та взорвется. Они тут вместе взорвались. Так, я понимаю, тут опять же ничего в этих ящичках не будет. А вот ящичек, отлично. Так, пистик надо чинить. Тут зайти нельзя. Тут ничего нету. Я даже, наверное, не буду чинить, я... Просто квесты сейчас выполню. Меня просили найти тебя. Adelaide wants me back on garden duty or something. Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Ну, кстати, вот запугивание было, но у меня не прокачано. Так, Стефану сказал мне о твоем любимом сериале. So you tracked me down just to gab about the mass market here? I am impressed. Запись. Стефан хотел посмотреть эту серию вместе с тобой. I see what's going on here. I'm being bribed. Well, it's working. I can't say no to my favorite cereal. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is going to be glaring knives at me. So I've got that to look forward to. Ну и чё? Уходить не будешь? Ясно.
Надо вернуться, сдать этот квест. Тут я ходил вообще? Ну, тут, судя, потому что тут открыто все, то да. Так, сейчас возвращаемся сюда. Я вот, кстати, не знаю про сильные удары в ближнем бою. Может, видимо, прокачано должно быть где-то что-то в ближнем бою. Просто у меня их даже нету такой возможности. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Она вступила в банду мародеров, ее никто не обижал. Zoe joined up with the band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Это уж точно. Let me know if I can do something for you. То есть ее уговорить мне заплатить больше не получится. Посмотрим, Зои тут нету, да? Не тусит она. Ладно, тогда дальше идем сюда. Хочу на кладбище немножко потусить. А, вообще продать можно. Давайте мы в магазин заглянем. Я продам всякой фигни, которую я тут накопил. Так, кантина. А магазин где? Вот он. А, он закрыт. Power's out, but I can't just leave my goods unattended. Don't suppose you'd care to do business? Тут квесты появились. Нет. Ну, не хочешь, наверное, поработать? Я хочу поработать, а в чем вопрос? Other than yourself? Где квест? Vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth. Кстати, а вот викария, а где викарий-то? But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Я вот с викарием даже не общался. I'd keep a few paces between myself and Miss Holcomb, the town mechanic since her dear father left the workforce. No ill intent in her, mind. Just a queer sort, restless, scatterbrained, inclined. Мне кажется, я тут кучу квестов пропустил. Amelia. Definitely Amelia Kemp. Ну, с Амилией я общался в этой в кантине. Word is, they're gonna replace her with an auto mechanical barkeep. What, you mean Edgewater? It's a fine and dandy. Хорошо, такой оптимист. I have a reason to be. I caught a real break working in a place like this. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Короче, мне викария надо найти. Go right ahead. А, нет, это я уже все узнал. Так, давайте с ним поторгуем. Music to my... а, значит, продать. Во-первых, весь мусор. Весь хлам. Так. Это я ничего продавать не буду. Модификации. Вот эту можно продать. Дальше, что здесь? Вот это то, что самое дешевое, наверное, попродаю. Остальное оставлю. Так, броню оставляем. Починить. Состояние 0%. Фига себе. Чиним все любое. Так. Так что ж это за викарий такой? Кантина тоже закрыта, смотрю. Или викарий это имеется в виду
Парикмахер. Нет, викарий, он викарий. I can't possibly cut anyone's hair in the dark. Go ahead. Eugene was not a suicide. He put a bullet in his brain, yes, but that's largely a technicality. I was the one who prepared Eugene's body for interment. I discovered symptoms of the plague on his corpse, and I discovered medicine in his pocket. Lots of medicine. Eugene overdosed on adrenatime, which is known to cause psychosis and paranoia as possible side effects. The paranoia drove him to take his own life. Это ужасно. It's a miracle of bureaucracy. If Eugene's death were filed as a suicide, we'd all pay the price for his crime. We can all thank our lucky stars that young Eugene was hopped up on medication and suffered its predictable side effect. I included it all in my official report. I'd like to think I saved Edgewater a great deal of money. We never could have paid the fines associated with a suicide. Нормально, вообще штраф за самоубийство, все остальные живые должны платить. Жизнь так невыносима, что хочу покончить с собой, но не могу, потому что моим друзьям придется тогда за меня платить. Так, что за викарий, блин? Или это все-таки вот этот парикмахер? Power's gone. Просто перевод дебильный. Что я тут... Ой, ребят, извините, застрял. Что я тут мог пропустить еще? Рядовой Кимбл. Ой. Какое начало разговора наставляет на тебя пушку. Может, в дневнике что-то может быть? Нет, это кодекс. Это просто... Подробности, репутация, карта. Не так уж и много строений, чтобы я что-то пропустил на самом деле. Вот это на заводе. Еще Ким какая-то. Ну, похоже, все закрыто, никого не будет. Потому что я выполнил основное задание. Переправил энергию. Да. Ну и там вот эта Ким, которая... По-моему, вот эта чуиха, которая разговаривала с главой завода в начале, когда я к нему пришел. Да, наверное, уже никого не встретить. Ну, с Constable Race я брал квест и его выполнил с пальцами. Тут никого, это все рабочие, житель, рабочий. На лифте уже не подняться. Ну, походу... Походу на этом все. Пойдемте все-таки к кладбищу сходим. А, может, викарий это как раз... Да нет. О, а это что? Тут я бывал? Во, вот это что-то новое. А, вот и церковь, собственно. Вот тут должен быть викарий. Это житель. Это житель. Как я мог эту церковь пропустить? Сосуд какой-то. Раз не написано, что я его ворую, то можно взять. Житель. Житель. Хрен я сейчас викария найду, похоже. А вот он. Во. You'll forgive me, but I'm quite distracted by work at the moment. The townsfolk are agitated by the loss of power. They come to me seeking reassurance.
Лагеря Аделаиды теперь обеспечены энергией, пусть местные переезжают. Miss McDevitt? Her people lack walls to hold against marauders. These people may prefer the safety of a dark town over an illuminated danger. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Кажется, я все-таки нашел, где еще квест взять. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No. How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. Мне интересно узнать про твою религию. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. Что такое он? The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. И как поговорить с этим всеархитектором? You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Какая религиозная философия не очень воодушевляет, к чему тогда стремиться? We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. Ну-ка, расскажи поподробнее. Well, first, there's the matter of these secret blood rites and animal sacrifices. I'm kidding. Seriously, похож на Петросяна, чем. To truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Just a moment. Нет. If you're going to be walking around outside, make sure you're well prepared. Сейчас квест. Unless you don't care for your life. Кажется, знаю. Наверное, вот эти натома, там что-то механики, которые я находил, две штуки. Мне доводилось бывать за пределами города. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Давай поподробнее. I do appreciate you hearing me out, and your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Да, да. Ну, я поищу эту книгу. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Так, я думаю, что я две штуки уже точно нашел. Так, удостоверение капитана, пароль или так останется. Вот, все о машиностроении том 2, мне кажется, это вот это имеется в виду. И том 3. А вот это, кстати, фиг знает. Вкус просветления. Так, значит... справочник о картинках. Хотя не тут говорится о другом. Any progress on that matter we discussed? Please. Ладно, пошли искать книгу. И еще с одной какой-то чувихой, вот мне говорил этот парень. Вообще классно, я тут пропустил такое огромное здание. Церкви каким-то образом. Ну, на заводе я был. Вот еще какое-то здание, может туда еще сходить. Тут, значит, был магазин, кантина. Это я тоже все исследовал. Давайте вот еще сюда заглянем. Или сюда нельзя пройти уже. Вот в этой башне я тоже не был, кстати.
Может, с другой стороны вход? Или через завод можно пройти? Интересно, странно, что я эту книгу не нашел, хотя... Во, Фелис Грейнджер. Ну, с этой я тоже разговариваю. Да, это квест был по выбиванию долгов на похороны. Да, тут пройти нельзя, только с другой стороны. Ладно. Значит... Ага, вот где эта книга. Я туда не дошел. Каким-то образом, ладно. Быстрое путешествие. И нам дайте вот туда. Все-таки не все я исследовал. Ладно, сократим путь. Тут я точно все лазил. Так, это что за обломки корабля? Ничего тут нету интересного. Так, ну тут вон убитые мародеры валяются. Может, все-таки я, правда, не облутал их? О-о-о-о-о, стояночка. Ладно, начнем вот этого. Блин, вот я косой, а. Один готов. Второй даже не обратил внимания, что там кого-то убило. Ну что, собачку тогда сначала? Нет, давайте этого. Блин. И там вот еще чувак ходит, вообще пофигу. Вон еще один. Еще двое, короче, здесь есть. Да, с мародерами я уже изи разбираюсь, конечно. Даже могут стрелять по мне всячески. Они мило вдвоем тут лежат. Красивая пара. Это вообще продается куда-то? Награда за корпоративную службу. Двухчасовой энергетик. Зря вскрою. Ну, у меня всего две этих магички. Револьвер. Детали для брони. Так, вот тут где-то должны. Надеюсь, внутри никого не будет. Кстати, вот странно. Обратите внимание, я куда ни заходил в здание, никогда не было... вот открываешь двери, и там тебя кто-то в здании ждет. Один, ну, на самом заводе было, но это как другая локация, я считаю. А так заходишь в здание, и все, и... Никто тебя там, никаких засад нету. Уважаемый Климент, должен сказать, что не согласен с вашими взглядами на место правления Земли в колониальной системе. Неужели вы верите, что корпорации согласились бы на обязательное присутствие министра Земли, если бы могли выбирать?
что сердцем всей колониальной системы была и остается Земля, однако настоящий дух приключений и зависимости живет здесь, в самых отдаленных колониях. Ну, наверное, можно даже согласиться. Слушайте, напишите мне в комментариях, правильно ли я делаю, что весь лут собираю. Может, что-то не стоит брать? Просто собираю все, а потом продаю. Так, где записи-то? Вон. Ну, боеприпасы понятно, что надо брать. Вот только что письмо дошло. Корпорация переводит меня в Edgewater на консервный завод прямо сейчас. Очень жаль, а мне хотелось завести собственный магазин подарков. Что касается коллекции книг, с ней расставаться особенно тут не хочу. А, ну вот все-таки вот эта коллекция книг будет. Фига себе. Новые навыки. Новый уровень. Так. Жалко, способности нельзя выбрать. Ну, чё качаем? Чё качаем? Дальний бой, опять же. Так, в длинноствольном получили. И незаметность. Скрытности. Скрытная атака. Пригнувшись напад... Ага, вот только сейчас будет пригнувшись работать. До этого она ничего не давала. Сейчас будет пригнувшись дополнительный урон. А карманная кража только на 40 будет. И взлом дает. Открывает доступ к запрещенным предметам в торговых автоматах. Тоже прикольно. Ну все, принимаем. Норм. Так, теперь я могу... То есть то, что я до этого пригнувшись атаковал, ну, зато хорошая привычка выработалась. Атаковать пригнувшись. Что-то красивый вид. Это, видите, видно, вот это не закрыто, а вот это закрыто, что красненьким горит. Один из нуля. То есть, видите, у меня так прокачан взлом. Ух ты, полицейский шлем прикольный. Ну-ка. Что за полицейский шлем? Так, у меня 9-я броня, а тут 7-я. Ну вот, блин. Ближнего боя, а тут взлом. Нет, я, пожалуй, взлом оставлю. Но шлем красивый полицейский. Тут что-нибудь есть? А, тут можно было и так пробраться наверх. Ладно. Достаньте книгу. Тут я все, по-моему, да, залутал? Еще домик надо посмотреть. Да, все. Ну, ладно, на этом я серию закончу. Следующий уже закончим все тут квесты на этой... В этой локации и полетим в новую. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и люблю читать ваши комментарии. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.